город вымер, как будто, как в фильме «Легенда», где Уилл Смит там с собакой бегал по городу там от зомбаков. Вот такая же фигня. Никогда не думал, что буду жить такое прекрасное время. Это просто пиздец какой-то. Бабкам похуй, без масок ходят, там вообще насрать. Самоизоляция полная. В Перми. Что за напасть такая, блядь? Вообще какой-то трэш полный прямо. Тут тебе и проституция новая, блядь. И эти проститутки в мантиях там, блядь, один раз не пидорас. Можно несколько раз обнулили, блядь. Тут и доллар ебанулся, пиздец, и нефть упала, и вообще трэш полный. Как жить, вообще ничего не понятно. Сейчас все бизнесы же наебнутся, вообще все. Ёбаный в рот, просто пиздец какой-то, блядь. Это день, в Перми день. Ебать колотить, блядь, трэш какой-то. Одинокие менты стоят там, блядь, вон. Здравствуйте, пол ДП, старший лейтенант Колупаев, документы ваши. Все в порядке, да, страховка есть. Давайте электронный видео разрешили сейчас. Разрешение. Ну что? На законное подтверждение общественных вещей. Ну это же не чрезвычайное происшествие, как же. Просто не чрезвычайное. Знаете, какой штраф будет с завтрашнего дня? А за что? За нахождение без разрешения. Это же самоизоляция, правильно? Да. А если на работу как же? Вы находиться должны дома, либо с места работы взять. А кто мне кормить будет? Либо с места работы взять справку, что... Нет, смотрите, я самозанятый, я вот занимаюсь там, допустим, отделкой квартир. Ну? У меня там никого нет, я там приехал, один там сижу, ни с кем не общаюсь, не контактирую. Ну, все равно передвигаетесь не по космосу, правильно? Ну, правильно. Я вот приехал, уехал, допустим. Мне как быть-то? Кто мне кормит-то будет? Завтрашнего дня будет штраф от 15 до 40. Так что... Надо все равно... Как вы? У вас ИП, если вы занимаетесь? Нет, самозанятый. Ну, либо жить в квартире, в которой вы все... Полная пустота, нет там ничего. То есть, я, конечно, не дурак же, я там маску одеваю, все, в перчатках там. Ну, так это понятно, понятно. Как-то потихоньку буду передвигаться, что уходить вот. Ладно, до свидания. Прямо здесь, прямо.
Привет. Привет. Свежая, да? Свежая. Сигареты перед одним чеком два раза нужно было приложить. Хорошо. Где-то у нас недалеко, да? Да, мы здесь ваш покой охраняем. Че, патрули так все серьезно, да? Да, не настолько. Ну, то есть так, это чисто для порядка, да? Можно мной приехать без справки? Может он как-то приехать? Без справки? Ну, меня забрать. Есть водку-то продать?